Путешествуешь по городу в поисках вида достойного картины. Находишь прекрасный парк, из которого можно наблюдать закат. На следующий день взял мольберт, холст, краски. Ждешь удачного момента, начинаешь рисовать. В один момент замечаешь, что ты нарисовал здание фиолетовым цветом. А у тебя не было фиолетового. Осматриваешься. Где же все? Тут всегда полно людей, всегда. Отходишь от картины, окидываешь ее взглядом. Вместо городского пейзажа на фоне заката на холсте изображена некая огромная змея аметистового цвета и круг сектантов возле нее. Трогаешь холст в неверии, твоя рука проваливается в полотно, а затем тебя полностью засасывает. На холсте в уголке появляется подпись насыщенного цвета. Фирменос.